Ты правда доверяешь Михаилу? Может, этот чокнутый тебя просто загипнотизировал, и теперь ты хочешь проверить, насколько глубока кроличья нора? В определенный момент назад пути не будет, и ты окажешься на прицеле у нар. Что в связи с аварией городской совет народным депутатам, уважаемые товарищи, неблагоприятная радиационная обстановка.
Я, Татьяна Амалиева. Благодарю тебя, гражданин. Я вижу, ты хороший человек. Не то, что эти вандалы. Надо только дыхание перевести. А нам разве не нужно убегать от монстра? Что? Не беспокойся, я выдумал это, чтобы избавиться от тех дикарей. Правда? Тебе эта шутка чуть жизни не стоила. Audentum est fortis, audiot ipsa minus. Это латынь? Что это значит? Это значит, тебе нужно было лучше учиться в школе, гражданин. А теперь иди, пока настоящий монстр не объявился. Беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья и обещаю любить тебя, чтить и уважать, быть тебе верной и не отрекаться от тебя, пока смерть не разлучит нас.
Ты на месте! Отлично! Теперь к делу! Что нужно сделать? Прием! Вот и славно! Начнем с того, что у каждой миссии должно быть кодовое имя. Причем имя это лучше всего брать с потолка. Есть мысли? Плевать. Необычно, но нам не подойдет. Как насчет Панцеркампфваген? Что, нравится, а? Отлично. Короче, я узнал, что мобильный пункт связи проезжает тут раз в неделю. Внутри ноутбук. Вот он-то тебе и нужен. И? И ты загрузишь хак, который откроет тебе доступ. Я тебя проинструктирую. Хорошо. Надеюсь, все сработает. Полная готовность. Машина уже едет. Начнем операцию «Панцеркампфваген». Все. Погнали, наш «Панцеркампфваген», дружище. Конец связи. Ненавижу на улице торчать. Холодно, мокро, и комары за яйца кусают. Михаил, ноутбук у меня. Говори, что делать. Крутяк! Вообще огонь! Теперь набери www.hardisalonelyhunter.ru и нажми Enter. Загрузи последний файл в колонке. Называется Sweet Lonely Boy Will Meet Sugar Mom. Крутое имя, скажи. Запускай файл, и вуаля! Теперь у тебя есть доступ к их базе данных. Если ты, конечно, ничего не напутал. Теперь следующий шаг. Добраться до вышки связи и нанести последний удар. Кстати, Игорь, пока ты не ушел, поищи там чего-нибудь, что тебе надо. Ты же вроде как хотел Татьяну найти. Я могу сделать быстрый поиск, а потом стереть базу. Найти сведения о Татьяне важнее всего. Нет!
И то, и другое не прокатит. Тебя заметит их система безопасности. Они тебя мигом выкинут, и делу конец. Сука! Мы из-за тебя облажаемся! Не забывай, что тебе еще надо добраться до вышки связи и загрузить вирус. Ты сможешь их как-то отвлечь? Ну, конечно же! А я прямо ждал, когда ж ты это спросишь? Ну-ка, стоять! Ты на территории Припятской братвы! Что? Где я? Братва! Ну, Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист? Как звать? Я сюда в 85-м переехал. Игорем звать. Тогда тут все было по-другому. 1985-й. Это 3-5. Короче, это больше 10 лет назад. О! Ты понимаешь, что это значит, Игорь? А? Ха-ха! Это значит, что ты... Один из нас из Припятской братвы! А Припятская братва рулит! Правда? И сколько вас в этой твоей братве? Ну, еще недавно нас было много. Но сейчас остался один я. Я босс. А ты будешь моей правой рукой! Что ж, видимо, спасибо. А что случилось с твоими друзьями? Сейчас, вспомню. Погоди. Так, Саня. Саню арестовали. Ой, Гриша был. Гришу застрелили. Олег с лестницы свалился. Вован в реке утонул. Ну, а Леху съел крокодил. Что? В Припяти же нет крокодила. Да не настоящий. Хе-хе-хе. Ну, крокодил, хе. Шаришь? Наркотик такой. Крокодил. Ты про дезоморфин? Слышал про него? Вообще-то это чистый яд. Ты к нему своих ребят не подпускай. Каких ребят? Я ж тебе говорю, я один остался. Один. Евгений. Ну, и ты еще мой заместитель. По этому случаю стоит выпить. Но нар... Есть мой самогон, конфисковала. Но теперь мы вместе. Припятская братва еще вернется. И мы зададим этим наровским ублюдкам. Такого они точно не ожидают. Помоги мне, друг. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет. Одно было, но... Жаль. Никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Хе-хе. Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина. Говорила, яйца мне отрежут, если я ее обману. И что, отрезала?
Ну ты приколист, ты мне нравишься. Нет, не отрезала, она меня бросила. Сказала, я для нее слишком умный. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вонюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Не знаю. В каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Сам я их не открываю. Поэтому не знаю, что внутри. Ерунда какая-то. То есть, в каждой коробке случайное содержимое? Да. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Какая... глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, я главный философ на районе. Все очень просто. За один паёк получаешь одну коробку. Не больше одной в день. Игорь, мы только познакомились, но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне как брат. Вот, держи одну коробку безвозмездно. То есть, даром. Но никому не говори. Это секрет. Секрет, братвы. Ты вроде что? Мне пора идти. Братва Фурема! Игорь!
такая, значит, у вас работенка, когда вы не торчите в Сирии. Вижу цель! Второй этаж! Не упустите его! Он сам себя подорвал, что ли? Черт! Михаил! Миша! Я в норме! Только не подходи к зданию! Кажется, заряды были слишком близко к складу химотходов. Что они вообще хранят в этих бочках? Сука! Может, в «Газпром» на горячую линию позвонить? Выбирайся оттуда скорее! Да не волнуйся ты за меня! Просто сотри сервера! Зайди на www.heartisonlyhunter.ru и скачай Smelly Panties of Doom и запусти! И жаль, что ты не сможешь поискать, что хотел. Можно ввести только одну команду, потом тебя выкинет. Так что без опечаток там! Нахер этого маньяка, Игорь? Запускай поиск, пока еще есть шанс. Готово. Надеюсь, вам это не понравится. Я понимаю, что у тебя много дел, но нам на базе не помешает электричество. Ты можешь собрать генератор? Конечно, я сделаю генератор. Поищи детали на базе. Без электричества нам тут никак.
Thank you.